В Николаеве не до праздников. Сотрудники судоремонтного завода сегодня снова вышли на акцию протеста. И снова с требованием выплатить, наконец, долги по зарплате. Люди блокировали движение перед Варваровским мостом. Полиция пыталась уговорить пикетчиков не перекрывать дорогу, но те отказались и несколько часов ходили по пешеходному переходу. В полном объеме люди не видели денег уже 3 года. За это время долг вырос до 60 миллионов гривен. На акции люди выходят постоянно, только в ноябре перекрывали дорогу 2 раза. В середине декабря Кабмин поручил Укроборонпрому рассчитаться с рабочими, но там отказались. Его поручение, которое он давал до 27 числа, 27 ноября, разобраться с ситуацией на заводе и доложить ему, не выполнено. Сегодня 29-е, никто ничего, абсолютно одни отписки. Никто нам ничего не сдал, и никаких денег у нас нет.